It's the most wonderful time of the year. Все любят праздники. С Рождеством! Это не дом, а страшный сон дизайнера. Мясо пальчики оближешь. Как подошва. У меня нежнейшее. А мое сухое. Поменяемся? Кроме этой семьи. Я спокойна. Это праздник. Мне весело. Дух Рождества покинул их. Мне интересно, как 12 человек переживут эту ночь без отопления и электричества? И еды. Говард, гляди, сколько недоедено. И недопито. Очень странно. Ни машин, ни людей. И когда все закончится? По мотивам древней легенды. На крыше кто-то есть. Что за черт? Санта-Клаус в этом году не придет. Вместо него явится другой гость, не столь добрый. У него копыта. Олень? Козел? Разве козлы ходят на задних ногах? К нам пожаловал Крампус. Он и его слуги любят не дарить, а забирать. А теперь держитесь друг за друга. Крампус – злой двойник Санта-Клауса. Сегодня Рождество. Что плохого может случиться? Смотрите в кинотеатрах.